Ровно 26 лет назад в Ярославле был создан специальный отряд быстрого реагирования. С очередной годовщиной бойцов СОБРа поздравили руководство и ветераны, представители исполнительной власти, общественности и церкви. Лучших отметили, почтили и память погибших, возложили цветы. Отряд создали в непростое для Ярославской области, да и для всей страны время. В начале 90-х был разгул организованной преступности. Перед новым подразделением милиции поставили сразу несколько серьезных задач. Одна из них – силовая поддержка сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью. Бойцы Ярославского СОБРа выполняли боевые задачи, в том числе на Северном Кавказе. Трое погибли при исполнении служебного долга в январе 1995-го в Грозном. Сегодня СОБР – подразделение Росгвардии. Его сотрудники по-прежнему выполняют самые сложные задачи, очень часто с огромным риском для жизни. Со дня образования подразделения более 70 сотрудников награждено государственными наградами. Порядка 20 человек награждены орденами мужества. Из них 4 человека посмертно. За выполнение задач не только в Северо-Кавказском регионе, но и здесь на территории Российской Федерации. Последнее значимое мероприятие, которое проводилось под эгидой войск Национальной гвардии, это участие в обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу двух футбольных команд в городе Санкт-Петербурге. Когда вспоминают историю отряда, частенько говорят, что начиналось это все трико, кеды, фуфайка и ПМ. Вот, в принципе, так и начиналось. А тогда не было даже у нас своего помещения. Работы было очень-очень большое количество выездов, задач различного характера. И начали потихонечку как бы мы крепнуть, что ли.